как истинный закаленный человек. О. Ну что, вот я и на море пришел. Ветруган дует. Херо знает. А вот и море. Ждет меня. Ладно. Че это? В декабре-то не искупаться-то, а? Пойду разденусь. И искупаюсь. Водичка, скажем так, не айс. Точнее, айс. Ну, как сказать. Я еще приболевший чуть-чуть. Самое оно. Ну, я дебил. Ну, я просто ради того, чтобы показать вам, что я могу, да, я буквально окунусь и вернусь обратно. Но на самом деле будет выглядеть на видео, как будто я здесь купался целый час. У нас погода просто шик. Там где-то великие ветра дуют. Ну, а мы купаться. А, я хотел нырнуть, а у меня же пух на голове, мне нельзя его мочить. Курортом даже не попахивает. Дред замочил. Урабить. Сейчас сушить, а то будет вонять. Надо, короче, в спортзал идти. Качаться, все дела. Смотри, идет уже один мелкий. Кошачий рай. Что же делать? Привет. Привет. Вот и был я смелый. Нифига себе. Ты об меня будешь когти тут точить или что? Я бы тебя забрал с собой. Ты такой симпатичный. И ты тоже симпатичный. И ты симпатичный. Мы попали в кошачий рай. Вообще мне нравится, что на Кипре такое отношение к животным. Они бегают, прыгают везде, где хотят. Угу. Финики. За решеткой. Арестованы. Финики. Мантия. Давайте сниму. А почти Гарри Поттер. Где моя волшебная палочка? А пахнет как? Слышно, я тут. Ой, как вкусно. Мусульманская мечеть. Что ты кран фотографируешь? Надо включить его. Льется. Вкусная вода должна быть. Святая. В потаемные комнаты. Если честно, место в ауре. Аура такая капец просто. Здесь, наверное, Кораны всякие лежат. Вот такая. Естественно, там все иероглиф. Древняя рукопись. Ничего не понятно. Срочно нужен переводчик. Я нашел цветок, дарю тебе. Где султан мой? Там будет ему лучше. Мне кажется, сейчас нарушится что-то в балансе мира. Суперскоростная улитка. Ее нету. А вот она. Джордж. Прячется. Вот такая вот на Кипре погода. Приезжайте на курорт. Сматываемся. Я нарушил правила дорожного движения. Мертвое озеро сдохло. Воняет. Ужасно закрываем. Приезжайте на Кипр, я вам расскажу, на самом деле, как здесь. Всякие турагентства эти, не слушайте их. Турагентство вас обманывает. Розовое фламинго, да? Смотрите, где? О, 10 тысяч, где? Под водой, что ли? Сдохли тоже, что ли? Хотя не, ну что там повсплывало пару штук. Они вообще не розовые, они белые фламинго, потому что они выгорели на солнце. Безобразие. Моречко сегодня неспокойное. Такое, как надо. Люблю я море, что сказать. Треба переехать туда, где море. Не там, где Минское море. Чуток подальше. Смотрите, какая красота, а? Здесь можно постоять, повтыкать, подумать о смыслах жизни. Обо всем можно подумать.
пацан, ты чё? Меня пацан чуть не замочил, ты чё, блин? У меня кроссовочки чистенькие, чистенькие. Только помыл. Он меня хотел своей соленой водой обрызгать. Вот ты хулиган. Наверное, на этом я закончу. Вот такая выдалась у меня поездка. Очень неоднозначная, очень непонятная. Однако, я думаю, она мне дала какой-то заряд энергии. Я немного перезагрузился. И по традиции скажу, подписывайтесь на канал, жмите лайки, а то вы никогда не попадете на воду. А это большое упущение. Не, ну серьезно. Что хотите, чтобы я плакал, на коленях умолял? Бессердечное. Не то, что море. Вообще, я вас люблю. Гадовые такие. Ладно. Бывайте, до скорых встреч. Как вам такая манера исполнения речи моей? Нравится? А?